Давай, надо сказать ему улыбайся. Улыбайся, улыбайся. И нихуя ни на что внимания не обращайся. Слушай, я что-то... Подожди, сейчас будет селфи. Сейчас, когда надо начинать эпично, блядь? Че он головой так мотает, блядь? Смотри, я его даже, блядь, не спугнул. Он даже на меня внимания никого не обращает. Я стою рядом с чуваком. Он что-то копошится в телефоне, блядь. Но, тем не менее, обратите внимание, он на нас вообще никакого внимания не обращает. И что-то там ржет стоит. Я вот думаю, а глубина резкости — это не то? Рамочка, фильтр, перемещение, решеточка. Давай я, блядь, вдруг... Давай я вот устану. Слушай, давай сейчас еще, я тебе скажу, ты его ёбнешь битой по голове. Сейчас сохранится, сейчас, подожди. Это будет эпичненько. Так, значит, готовимся. Давай, я сзади. На счет три, давай. Раз, два, три. Блять! Нормально, да? Ты ушатал его? Смотри, еще тёлка это сфотографировала, смотри, вот это вот. Какая шлюшка? Вот которая тёлка. Она не ходит ногами, она только что, блядь, как-то ехала по земле. В смысле ехала? Она что, мессия, что ли? А вот сзади тёлка, смотри. Олег, давай с тобой сделаем селфи. Давай. Давай. А, давай с тобой. Сейчас сделаем. И с этой тёлочкой, подожди. Тёлочка не... Как не проебать лето? Что такое лето? Жопы фоткать надо. Отлично. Фоткали. Так, все, жоп... Да, жопу ее. А надо было нас с тобой. А я сзади вставил. Я думал, ты селфи делаешь. Сейчас я сделаю селфи, не переживай. Сейчас. Фотоаппарат здесь не очень быстро работает в телефоне. Ребят, мы тут будем долго стоять селфи делать, так что вы... Слушай, а сделай какой-нибудь жест там рукой. Три раза нажимаешь на грибок и показываешь, типа... Это что было, блядь? Это был выкидыш. Не-не-не, это типа шликать не надо, подожди, давай нормально. О, покажи пальцем, типа ты мне в ухо лезешь. Три раза левый стик, по-моему, нажать. Нет, правый. Или правый. Во, давай, как будто ты зигуешь. Давай, только вверх, можешь направить немножко руку? Не, подожди, сейчас он... Направь немножко выше. Типа нахуй, вон туда, лето... Покажи, куда лето ушло. Уходит лето, какие города, и не найти там света, уже нахуй никогда, блядь. Алекс, покажи, где лучшая жизнь. А что ты наверх показываешь? Блядь, ты не, это самое, блядь, подмышку ты мою там не нюхаешь, нет? А то я прямо, ой, блядь, тебе буду... О, я могу рожи это... делать, смотри, тебе видно? Какие рожи? Нет, вот, какие рожки делают? Я такие, ну, гримасики. А что ты рот открыл? А что ты... Давай я полюбил. Ниже. Надо пониже, да? Да. Давай вот так. Чуть-чуть левее. А, левее, подожди, сейчас. Точнее, вот ближе к моему лицу давай, парень. Вот так, хорошо? Блин, ты что, ниже? Мне в ухо вошел? Не, подожди, сейчас. Че за хуетенечка? О, бля. Бля, так мы еще, пожалуй, блядь, не занимались нахуй. Такого говна еще не было, блядь. Такой хуйней еще, блядь, никто нахуй в GTA-шке, блядь, не занимался. Мы, конечно, все тут делали, блядь, ну, чтобы я палец тебе в рот засовывал, блядь. Хорошо, хоть не в жопу, да? Опа, нормально, сейчас фоткаем. Пососите палец, да? Так, фигом. Короче, мы этого чувака ушатали. Я заметил своим острым взглядом, что ты приехал на этой здоровенной охуенной тачке. Да, смотри, вон там трамплин, да. Видишь, где спранк написано? Что если нам взять и разогнаться охуенно, и вот на вот этот трамплин, вон он, смотри, вон. А ты думаешь, что мы можем разогнаться на грузовичке на этом? Вон, я пальцем показываю, видишь, вот на этот трамплин. Подожди, ну, подожди, стой, на как, вот на этот? Да, вот на этот трамплин. Вот мне уточнить надо. Вот, слушай, вот то, что это, вариант, да? Смотри, вон тёлка идёт, ты пальцем тыкни ей прям сиху. Подожди, сейчас. Подожди, стой. Олег, иди сюда, смотри, она селфи делает сейчас. Подожди. Тыкни ей туда, по мордасу. Палец взад, блядь. Я полапал тыкни, её сейчас. Ты тыкал её? У меня потыкай в неё. Unbelievable, блядь, что? Что ты unbelievable, блядь, мудак? Иди сюда, блядь, unbelievable, блядь. Вот. Unbelievable. Давай. Вот ты хочешь в нее тыкать? Это типа... Это металлоискатель ручной. А зачем ты фапать стал? Блядь, ладно. Так вот, вернемся к нашей серии. Это GTA Online, если что. Да, мы начинаем. Мы только сейчас начали. Мы просто селфи очень долго делали. Ой, бля. Так, скажи мне... Не, давай так сделаем. Давай, ты пока, значит, разворачивайся, да. А я пойду обследую обстановку. Я хотя бы давай пойму,
Да, может, горячая кукуруза, пиво, подходим, покупаем, блядь. Охуенно на такой машине, да, типа доставка еды по пляжу? Шаурма, блядь. На углях. Шаурма-патруль, блядь. Шаурма на... Смотри, 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 сейчас будет очень смешно. Блядь, обосраться, уржаться. Смотри. Давай, давай. Хуяк, блядь. Да ладно. Смотри, я лечу в тебя, блядь. Ты влетел прямо в меня? Ага. Черт, медери, это было больно. Нет, нет, я же тебе говорил, что ты в этой, наверное, не разгонишься тачку, скорее всего. Я теперь, я застрял, да. Да, это хуево. Так, садись ко мне, ты сможешь назад сесть? Или только меня скинуть? Как я и предположил, да. Бля, тут же лестница угара, да? Давай вспомним, как это было. Что было, блядь? Подожди, подожди. Догоним тёлку, догоним. Смотри, смотри, тёлка вернулась. Возвращение тёлки. Ого. Ого, нихуя. Ты зачем шлюху забил? Блядь. Что это, блядь, такое? Я хотел в тачку сесть, подожди. Давай, садись, садись, попробуй сесть. Блядь. Ой, как угарчик. Да не в эту, дурень, блядь. Давай я вот в двери стану, а ты меня втопчи туда. Давай, давай. Давай, вставай. Вставай. Бля, нихуя. Я упал прям как эпичненький такой, да? Так, подожди, нет, я ж хотел... Ну ладно, давай я обойду. Так, мы, наверное, не сядем с тобой. Так, копы приехали уже? Копы? Да, у меня нет копов. Это у тебя, наверное, копы только, да? У меня копы, да, потому что я тёлку забил. Тёлку забил? Тёлку забил? Ну, так, я выезжаю. Ты выехал, ёптель, как ты умудрился-то? Я не знаю, я, видимо, я профи. Очевидно, я выехал. Так, смотри, что мы делаем дальше. Объясни мне план наших действий. План действий следующий. Сейчас мы купим новую тачку, а пока надо поглумиться немножко над копами. Вспомнить, как говорится, как это было и насколько это было хорошо. Вспомнить старые времена, да. Я так понимаю, что мы глумиться будем над ними таким образом, что я буду на них наезжать, а... Хочешь, попробуй, давай, вот лестница. Помнишь, как мы над лестницей веселились? Вот тут была лестница. Не здесь, да, а там немножко. Я понимаю, да, но я на грузовике... Заедешь, давай. Конечно, блядь, естественно, ёбаный свет. Давай попробуем. Блять, вот это. А у тебя есть укороченный длинный гранатомет? Укороченный длинный. О, я под тобой, проехать могу, да? Ёба! Блять, я под машиной был! Ты видел? В одной фразе. Я укоротился. Бля, я боком еду. Я наваливаю. Я навалил. Укоротитесь, окститесь. Подожди, стой! Тихо, стой. Сейчас, дай я развернусь, подожди, сейчас. Сейчас, я хочу под тобой, сука, как этот. А как в форсаже. Давай. Как в индийском форсаже. Давай. Смотри, я еду. Давай, едь, я еду. Соседнее село. На дискотеку. Со своей фанатекой. Блять. Я не пролезаю. Тихо, не убивай меня. А, нет, подожди. Ты убил меня. Как, я тебя убил? Смотри, я еду. Я заезжаю, но это что? Я понимаю, но ты меня убил. Убил меня. А я тут. Нормально все. Олег, все, я, по-моему, окончательно. Я же тебе говорю, что мы тут не пролезем. Ничего страшного, подожди, нам не эта лестница нужна, в принципе. Она ведет только туда, куда нужно. А другая, поднимайся, попробуй. Где ты? Вот, я же пытался здесь были. О, давай. Никак, что ли? Вот. Не, никак. И все из-за прицепа, он, блядь, мешает. Рад бы, но, к сожалению, никак. Так, тогда что мы делаем? Смотри, тогда я объ... Бля, копы. Копы-хуёпы, да. Укороченный гранатомет. О-о-о-о, нихуйски. Нихуёво, да? Блядь, копа штырит, ты видел? Охуеть можно. Так, смотри, я тогда объезжаю вот там. Вообще оставь, наверное, эту машину. Нам, в принципе, не нужна сейчас. Что меня остановило? Сетка для волейбола? Хуя ты думал? Как это такое вообще возможно, блядь? А я не хочу тут... Ну ладно, блядь, придется выйти сюда. Ладно, копы. Я выхожу, блядь. А у меня бита, блядь, в руках. Ничего страшного. Ничего. Тебя убьют в любом случае. Хуяк, блядь! Ты погиб? Ёпта, у меня две звезды, хуёво. Хуёво, да. Наверное, хуёво, когда две звезды. Две звезды! Просто здесь очень плохо. Две звезды. Две звездных пропасти. Пропасти? Подожди, если ты звезда, то ты не пропасть. Ты определенно должен быть каким-то таким эпичным. Рифма очень плохая. Рифма хуифма, да. Слушай, смотри, давай заберемся наверх сейчас. Давай. Вспомним, блин, а ты не помнишь, как мы кулаками долбились? Или мы просто так? Обо что? Обо что ты там кулаками долбился? Подожди, уточни мне, я сейчас не помню. Долбежка-то была у нас. Иди сейчас за мной, беги. Просто беги за мной, пожалуйста, не отбегай далеко. Давай. Ты по лестнице поднялся, да? Да. Подожди, я копов тогда уже не агрю. Да ёбаный свет, ну какого хера опять эти... Ой, блядь.
Что ты там делаешь? Объясни мне. Ты умер? Долблюсь кулаками. Лестер, бери трубку, жирный говнюк, давай. Понизить уровень розыска. Вот так. Все. Тебе, блядь, только эти, сука, сухие завтраки озвучивать, блядь, для диабетиков. Где ты там? Ты забрал? О, нормально, вот. Смотри, здесь была лестница. Если ты помнишь, по-моему, вот тут, да? Угары, да-да-да. Где она была-то, блядь? Вот. Нет, она дальше, наверное, была. Она была здесь. Вот тут проезжаешь, короче, наверное, где-то тут. А, вот она. Да нет же. Олег, иди сюда. Так вот же, ну. Вот. А, нашел ее, да? Вот она, ну. Да, вот там она. Такая классная, прикольная лестница была. Да классная, вот она. А, вот так, она, смотри. Да, блядь. Конечно. Сейчас нормально. Ты меня шкафнул, подожди, сейчас. Ты не помнишь, я тебя сбивал же, да, именно? То есть я должен внизу находиться. Блядь, у меня колеса нет. Да, давай. Нет, ты можешь находиться и наверху, подожди, сейчас. Ёпту. Бля, подожди, сейчас. Смотри, как я поехал, смотри. А, ты должен выйти. Выйти и, типа, надрачивать. Давай. Ну, типа, делать анимацию дрочки. Выйти и надрачивать. Претензия, блядь. Сойди с меня. Блядь, ты какой-то негр. Блядь. А подожди, а точно мы на этой машине это делали? Может, это реально на квадроцикле надо? Выйти. Нет, надо. Подожди, давай попробуем. Бля, а где твое колесо? А где колесо? Нет колеса. Давай, вот я стою, давай, сбивай меня нахуй. Давай, я готов. Попрощайся со мной, как с летом. Че ты хуевенько едешь, блядь? Колеса нихуя нет, блядь. Подожди. А, давай в другую сторону, погоди. Ну-ка, стой там внизу. А ты прикинь, как здесь на реактивной хуйне можно взлететь. Да. Ты слева стоишь? А, вот. Давай, вот я здесь стою. Хуя? Чё? Это был замах. Это был замах замахов. Нет, это такая. Давай, пробуй. Я не могу даже залезть, блядь, на неё. Подожди, сейчас. Я сейчас это, опрессор вызову. Давай, ты меня собьёшь сейчас, типа? Ну, собью, типа, да. Я даже, блядь, не в состоянии тебя сбить, да, понимаешь? Знаешь, ладно. Есть такая игра. Какая? Это хуёвая игра, знаешь, не надо, блядь. Я знаю, что ты имеешь в виду. Уклонись от гранаты, да? Это хуёвая игра. Я такую игру знаю. Вот смотри, тут тёлка селфи делает. Делала. Давай, сбивай её. В смысле, я бросаю гранату, а ты пойми просто, где это было. Давай. Я смотрю, что даже без понимания все пошло как надо. Я по кругу ездил, как, блядь, в карусельке ебаной, нахуй. И понял, блядь, где она была, нахуй. Это ебаная граната. Это называется центр центрифуги. Центр тяжести. Смещенный центр тяжести. Сместился. Блядь, тут еще и горки есть. Костер горит, смотри. А, это мотоцикл, блядь. Я думал, это костер, типа шашлыки. Нет, это на пляже. Подожди, тут столько автомобилей эпичных. Подожди, давай я что-нибудь угоню. Тут очень много машин хороших. Давай я что-нибудь угоню, блядь. Давай я что-нибудь скоростное, блядь, угоню. Вот эту хуйню. Например. Как вариант, блядь. Охуенная тачка, кстати говоря. Так, ты наверху, да? Да, я наверху стою. Сейчас приду туда, куда-нибудь зайду. Так. А поехали в город, а? Сейчас поедем. А что в городе? Хули тут делать? А тут что делать? Блядь, опрессор уничтожили, пидорюги. А, сучара. А, да ты что, ты смеешься? Я что, блядь, нахуй не заеду? Да вы гоните, что ли, а? Неужели я не заеду на тачке на этой сюда, блядь? Да вы что, охуели, что ли, а? Что-то они как-то странно себя ведут, реально. А что, что это был за звук? Да я на машине не могу заехать, смотри, блядь, по лестнице. А нет, вот еду. Подожди, мы как-то угорали, сбивали друг друга же, да? На чем-то да. Быстром, на чем-то ну, резком. Но это был автомобиль точно. Извините. Я тебя не Извините. Остановите. Блин, смотри, так. Какой парень. Смотри, какой парень, да? Хуеть. Ты живой? Пока что да. Я тебя задел, нет? Пока живой. Так, ну что, у меня более-менее скоростная автомобилька. Слушай, а мы с тобой хоть раз залетали на колесо обозрения? Залетали это как? Ну, вон, смотри, вон слева колесо обозрения. Пошли, прокатимся, давай. Так, слева... Слева вон колесо там, да. Да-да-да, я вижу. Так, я просто смотрю, как бы до него доехать. Цивилизован. Не дави их! Не надо, бля, не надо, зачем? Копы, я от копов устал уже избавляться. Они совсем какие-то стрёмные. О, а тут мы были. Бля, а если туда на реактивном? Мне надо за реактивным, короче, сгонять. Подожди, а как мы, ну, если мы только сядем, да, туда? Бля, давай сядем в этот вагончик.
Сука, блядь. Туда, блядь. Раздобыть воздушный транспорт. Просто запрыгнуть. Что это было, блядь? Че я поганул так? Вот, ну прыгай. What the fuck you doing, bitch? Почему ты говоришь, как Микки Маус? Ну прыгай же, дурак, блядь. Че он нахуй не запрыгивает? У меня, блядь, не запрыгивает. Почему? It's my life, блядь, что это было нахуй? Подожди. Ой, я, по-моему, гранату бросил случайно. Убегай, случайно. Подожди, сейчас назреет один вопрос. Почему три взрыва было? Ты зафонил даже сейчас, понимаешь? Зафонил, блядь. Почему было три взрыва, если я бросил одну гранату? Ты три бросил. Как это три? У меня ж только одна рука. Бля. Ты значит, чем-то еще бросил? Ты просто. Все, я убрал, Я реально не хотел бросать, но оно, сука, угарно было. Да. Каждый мы раз. Так и не смогли попасть на колесо-то обозрения. У меня что-то не получилось. Я уже вызвал реактивный мотоцикл. Сейчас я его заберу. Кстати, у тебя что же есть реактивный мотоцикл? Ты его можешь вызвать же, да? Могу, да. Только нам зачем оба-то? Давай ты вызови, сейчас мы посмотрим, да. А я что-нибудь потом еще тогда, блядь, нахуй вызову. У нас же дохуя всего, слушай, кстати говоря. Чтобы вызвать. Чтобы вызвать, кроме шлюх, чтобы вызвать. А, вижу. Давай. Поехали. Так, давай, едем. Сейчас, подожди, я сяду. А он не садится, это же место. А, я не сяду. Поэтому давай, я говорю. Поезжай к колесу. К колесу поезжай, а я, блядь, добегу. Ты поезжай, а я добегу. Подожди, а что ты хотел-то вообще-то? Я хотел залететь как-то попробовать. Может заехать, может залететь. На колесо? А что, блядь? Я вот, правда, я вообще, хоть убей, я не понимаю, как ты это делаешь. Да, там, здесь на меня кто-то согрелся, смотри, блядь. Где? Блядь, смотри, парень какой-то, блядь, ты на меня согрелся. Смотри. Бля, мы упали вместе с ним. Чего лежит? Так, гранаты надо убрать. Что ли, блядь? Все, он, по-моему, он же помер, по-моему. Нет, он стоит! Ты охуел, что ли, придурок? Блядь, смотри, как, блядь. Что это было? Подожди, а где наш любимый аттракциончик? Помнишь, мы катались? А где эти горки сраные? Вот они. Вот горки. Горки вот здесь, горки. Вот подъем, да, вижу. Да, вот горки. Блять. Так, смотри, тогда. Слушай, так я попробую сейчас заехать туда, смотри. Давай. Блять, на реактивном будет, конечно, забавно. Давай, попробуй заедь, блять, уже уехали нахуй эти вагончики, блять. Помнишь, как мы руки поднимали? Да, было дело. Так, сейчас заедем. Так, подожди. Бля, там, наверное, охуенно можно взлететь, да, на горках эти? Смотри, по прямой туда. Да, можно. Бля, а ты сам-то где? А, вот и заехал. Так, давай, я посмотрю на это. Сейчас я вид дашь себе, блядь. Блядь. Мне, вот, а они с какой стороны едут? Они вот едут вверх. Ну, сзади. Вот, видишь? Сзади они? Ну, они сзади, да. Ну, видишь, он сейчас уехал. Ты хочешь посмотреть? Я могу сейчас взлететь попробовать. Сзади. Давай. У-ху! Охуенно было, да? Нихуя ты улетел, блядь. А ты сам так делаешь? Я похож на GTA 6, правда, немножко. Я уже перелетел. Сейчас вернусь. Я наверху здесь стою, блядь, нихуя себе. Блядь, давай жду тебя. Блядь, вид отсюда открывается просто охуенный. Да, это тема, блядь. Конечно. Это, конечно, круто, да. Так, тормози, блядь. Тормози, блядь. Ёпта. Сколько лет мы уже, блядь, нахуй сидим в GTA-шку и играем, блядь, пиздец, нахуй, блядь, надоедает. Не, она всегда веселая, она всегда крутая. Она всегда охуенная, да. Да, так, смотри, Олег, значит, пока я жду тебя, я пойду в вагончик сяду. Пока, блядь, ты ждал, да? Я сяду в вагончик, только я сяду в него нецивилизованно. А как? Я сяду в него, блядь. Как мародер? Знаешь, блядь. Да, блядь, через жопу, помнишь? И буду сказать, блядь, я жопу посмотрю. Олег, ты помнишь, как я через жопу садился? Я не помню, блядь, хоть убей, сука. Я плашмя лежу, смотри. В смысле плашмя? Я на карусели, блядь, вот я лег, смотри, блядь, я плашмя лежу, блядь, на карусели. Блядь, мотоцикл утонул. Я просто лежу, нахуй. Я просто лежу, блядь, такой головой вниз. Ты лег? Да, блядь, я утопил. Сука, мотоцикл. Как я еду, блядь, я упал с карусели. Подожди, а как ты умудрился лечь? Я на машине, смотри, я лег, блядь, просто, смотри, Олег. Фишка в том, что надо ебнуть тебя, да? Ну, не надо меня ебать. Ты падаешь. Нет, в этом нет фишки никакой, я просто лег. Не надо, это хуёвая фишка. Я знаю, что ты очень хочешь, блядь. Не-не-не, подожди, упасть же надо, правильно? Нет, а я сам упал, смотри. Ну вот иди сюда, я покажу. Бегу. Да, беги, ага. Сейчас ты охуеешь. Я тоже хочу так упасть. Да, ты сейчас просто обал... Ну, может, у меня это, блядь, как-то так... Как-то, блядь, само вышло, но сам факт, короче, говорит, что я ёпнулся, блядь, и долго ехал так, блядь, нахуй лицом вниз. Там это было очень смешно. Блядь, это выход. Так, вот, смотри, вот ты где. Да, это выход там рядом. Да не прыгай да ты! Да не так, дурень, блядь, ёбаный. Вот, значит, смотри. Олег, давай, скорей. Бегу, стараюсь. Да не прыгай ты, дура, блядь!
тебя что, песок в вагине? Хули ты выебываешься? Давай, иди. Иди сюда. О, отлично. Так, прямо, блядь, вот так. Только вставай лицом к... К жопе, смотри, вот так. Лицом к жопе? Это как, блядь, лицом к жопе встать? Лицом к городу, блядь, такая передача такая есть, блядь. Лицом к жопе. Так, ну все, поехали. Все, поехали. А она же не поедет, наверное. Поедет, как это? Ну она же тогда-то, она как... Так, все, я развернулся. Типа мы сейчас упадем, да? Вот, смотри. Ты скатился! Блядь, я упал, ёб твою мать! Ну что за хуйня-то? Почему меня так выбросило? Залезай, быстрее, сейчас уедет. Ты прыгаешь у меня, блядь, ты на месте, у меня сейчас, блядь, почему-то завис. Ты прыгаешь, блядь. Я стою на месте, давай, залезай. Ты прыгаешь на месте. На что? У меня тут нихуя нет, она уехала, каруселька. Куда она здесь стоит же? Нет, у меня уехала. Вон она, блядь, так уедет. То есть ты хочешь сказать, что она сейчас приедет, что ли? Да, она уехала, Олег. Здесь. А у меня уехала. Как здесь-то? Она уехала, нет тут, блядь, самый карусель никакой. Ты там не сильно головой ударился, когда падал-то, блядь? Правда нету. Ну, правда, смотри, я вот ее просто нет. Так, Олег, ну тогда давай сейчас будем проверять, сейчас она приедет. Погоди. А что я выпал-то, блядь, с карусельки-то с этой? А ты сейчас стоял там, потом стоишь здесь? Вот, а я тебе говорю, вот она едет, смотри. Сейчас уже приедет, смотри, подожди. Нет, это же. Нет. Садись с рельсы, ты же ведь задавит. Тебя задавило, блядь, карусели только что. Нет, я хожу вот. Вот. Ты ходишь. Ладно, это какой-то блин. Так, все. Вот, блядь. Вот так, стой. Вот так. Стой. И? Что должно произойти, да? К жопе. Лицом к жопе? Я что-то отъезжаю. Вот, смотри, я стал. Не знаю, лицом ли к жопе. Я отъезжаю почему-то. Что за хуйня, блядь? Да я тебе говорю, магия, блядь. Какая-то хуйня, да. Ну, поехали, хуйня. Что-то а если ее поджечь? Давай горячими ехать. Кстати, это хорошая мысль. Так хоть веселее будет, наверное, немножко. Так. Ну, что-то она пока стоит, блядь, на месте. Че я прыгаю, блядь, на одном, блядь, нет. Она не будет ехать, она все. Нет, как это не будет? Поехали. Она уже приехала, это конечная. Как конечная? Она должна еще раз поехать. Какого хуя, блядь? Я боюсь, что она уже никуда не поедет. Езжай, хуйня. У тебя, кстати, много денег было, сколько я помню, да? Езжай, хуйня. Давай еще раз упади через забор, это было смешно. Вот через этот ты ебнулся, да? Да. Давай, ебани меня, я ебану тебя. Попробуй давай. Ебани меня, я ебану, блядь, тебя. Ебанем мы друг друга. Да, это что ли песня, да? Это ж Пугачёва пела, да, с Галкина? Да. Нет. Это эта пела, как ее? Аллегрова? Маша Распутина. А, Распутина. Маша Распутина. Так, ты будешь... Ты ебашишь меня, я ебашу тебя, мы ебашим друг друга. Такая песня была такая песня. Сука, блядь. Охуенный хит, ебаный, блядь. Давай. Ну езжай, хуйня ебаная, блядь. Да она не поедет, она все. Поехали, блядь. Как все, блядь, поехали, ебаная хуйня. Толкни меня. Нет, подожди, сейчас. Куда-нибудь. Ну давай. Смотри, ёбнешь битой там или чем-нибудь. Давай, сейчас. На чем я вниз спустился? Так, значит, сейчас. Смотри, ты должен хорошо упасть, по идее. Нет. Хули ты умер? Подожди, почему ты умер? Я просто лежу, блядь. Ты видишь, что я просто лег на лестницу, нахуй. Это пиздец. А почему ты умер? Потому что меня ударил битый, блядь, все логично вообще. Если битый человека ударишь, блядь, по голове, он умрет, скорее всего, знаешь? Если следовать логике, блядь, понимаешь? Подожди, ты упал только что нормально, не разбился, а сейчас ты умер. Ты меня битый по башке ударил, понимаешь? Слушай, а здесь залезть можно, кстати, ты не знаешь? Нет, не так. Вот смотри, вот здесь вот. Вот смотри, вот тут. Вот сюда. Нет, вряд ли, подожди. Смотри, вот сюда. А, подожди, может... И вот сюда вот. Охуеть. Вопрос только зачем? Давай ждать тогда это самое, вот этого будем. Я боюсь, Погонч. Что она баганулась и уже, наверное, не ездит. То есть ты думаешь, что она, блядь, больше не поедет никогда? Никогда она больше не поедет. Это хуй. Слушай, а давай в нее цивилизованно, блядь, нахуй. А там нету оплаты уже счетчика. А, то есть она вообще, блядь, она баганулась, походу, да. А, хуёво, блядь. Нахуй хуйня ебаная. Блядь, а может ее взорвать? Подожди. Ну-ка. Она невзрываема. А вообще реально, блядь, ее взорвать? Сейчас я гранату. Я гранату кинул. Уходим. Не, я тебе говорю, она сломалась, похуй, походу, да. Все. Ей похуй. Блять, мы карусельку... Хочешь, там, давай, блядь, вот тут пробежаться, можно, смотри. Да, можно, я так и делал. Угу. Я когда, блядь, тебя ожидал, я так и делал, собственно говоря. Я тут тебя, блядь, нахуй. Блин, парк аттракционов, что может быть не, лучше? Блядь, здесь вид вообще охуенный. Вот, видочек, да, ничего так. Да, слушай, да, оттуда да, можно прыгнуть, говорю. Типично. Вот тут, если друг друга бахнуть... Бля, нет, сука!
Блядь! Я случайно. Ты так охуенно упал. Тогда, раз ты сейчас внизу окажешься, тогда стой внизу, я так же, блядь, так уёбан. Сейчас, я нет, живу. Нет, не падай, дурак, блядь! Неплохо. Я так, я случайно, он почему-то это автоматом делает, блядь. Я не хотел же прыгать. Автоматом. Олег, подожди меня. Я жду тебя, где ты? А вот я за тебя. Так, подожди. Давай. Я тоже ебнулся. Так, хорошо, поехали сейчас немножко в городе, там поразвлекаемся. Давай я сейчас немножко загорюсь, чуть-чуть. Не-не, это же, это, подожди, а если я машину поставлю? Он же не будет гореть, правильно? Подожди сейчас. Ты хуя? Бля! Бля! Туши меня, туши! Туши меня, туши! Ярким огнем. Она взорвется сейчас? Смотри, как она горит. Умоляю. О! Давай, охуенно. Вот теперь можно ехать, поехали. Поехали, садись. Типа, бро, не гори, я с тобой. Блядь, это было, ты прикинь, это было, я тебя спас, я тебя жизнь спас, блядь. Я тебя сам скинул и сам, блядь, взорвался нахуй. Бля, ну ты прям как Бэтмен, спаситель города. Хотя я этого не хотел, конечно. Спаситель Готэма. Бэтмен, спаситель Готэма, блядь. Так, хорошо, давай. Вот, там вертолеты есть, нихуя себе. Да, вертолеты есть. Причем обрати внимание на карту. На карте там вертолеты, самолеты, всякая хуйня, блядь. Да хуя ее. Короче, вертолеты, самолеты. Хуелеты, бля. Нормально. Так, где-то мой мотоцикл тут был, опрессор. Подожди, давай угоним какую-нибудь... Блядь, Олег, давай мы вызовем вертолет и полетим в город. Потому что на мотоцикле мы будем долго ехать. Да, можно. Давай. А у тебя есть вертолет? Не знаю. По-моему, нет. В смысле, я нет? Я забыл, как, блядь, вызывать, понимаешь? Звонишь в Пегасус, а точнее Мэриуэзер, подожди. А, Мэриуэзер все-таки, да. Звонишь в Мэриуэзер. О, у нас Мэри, какие-то новые задания есть, секьюра. Есть, хочешь, да, у нас задание, партнером? Да. Нет, не то. Так, звоним, значит, Мэри Уэзер. Говорим, нам так, надо вертолет. Эвакуация катером, эвакуация вертолетом. Давай, Олег, я вызвал. Мэри Уэзер. А, ты вызвал уже, да? Эвакуация вертолета. Ты вызвал уже? Слушай, а можно вызвать атакующий вертолет? Может, мы атакующий вызовем? Или не, атакующий будет атаковать. А ты давай, вызвал все, уже? Тогда я вызвал. Так, очень жаль, но указанное... А, не подходит... Да, не... А, не катер. Да, я перепутал. Не-не-не, все хорошо. Я отправлю к вам одного из наших пилотов. Я случайно, извини. Все, я вызвал. Нормально. Хорошо, тогда поехали. Блять. Во, летит. Смотри. Где он? Объясни мне, где? Вот, летит. Вот тут где-то. Ты думаешь, где он сюда сядет? Надо будет вальнуть его по-быстрому тогда. Давай. Так, да. Чтоб тебе захуярить. У меня есть такой автомат и глушитель, отлично. Довольно он неплохой автомат. Есть, присел он, где он? Не, он где-то вот тут. Я слышу только его звук. Судя по карте, он где-то здесь. Я, руки? Блядь, о, уже светает, меня... заебись вообще. Да, хорошо. Уже расцветает. Ну садись, дурень. Отойди нас, давай, дурень. Я отойду. Опа, сел, смотри. Сел, да. Так, Олег, давай его вальни. Вальни его, Олег. Так, давай. Сейчас, подожди, меня на тебя наводится. Я отойду. Все, я убил его, давай. Теперь этот вертолет твой. Поехали. Пилот прилетел, блядь, нахуй денег заработать, блядь. Бля, кто-то летит к нам, кто-то едет к нам. В смысле? Какая-то хуйня к нам едет, смотри, блядь, так убивая. Боевая хуйня. Да, там нас стреляют. Надо было боевой, блядь, нахуй, наверное, выживать. Нормально. Все нормально, все нормально. Значит, можно улететь. Можно, да. Улететь. Слушай, все, там кого-то взорвали в воздухе, ты видел? Да там все хуево, бля, я же говорю, я улетаю нахуй падает отсюда. Вали. Упадите. Тролли-вали. Упадите, но не умрите. Остановитесь. Слушай, а мы когда-то хотели, помнишь, с тобой падать в бассейны? Да, хотели. Только я не помню, где эти бассейны. Наверное, там, где ближе вот к Вайнвуду, да? Я тебе сейчас поставлю, да, бассейны здесь. По-моему, ближе к Вайнвуду. Вон тебе точка-точка. А, вижу. Точка-точка запятая, блядь. Трюк-петля в деловом центре. Во, смотри, какой бассейн охуенный. Это же бассейн, смотри, блядь, на крыше. Нет, это не бассейн. А что, это крыша? Это же не вода, по-моему. Это бассейн, смотри. Да ладно, блядь. Да я тебе говорю. Да, я, это ты хочешь, чтобы моя башка туда упала, проверила, блядь, на прочность? Проверь, это... я сяду. Надо выше. А ты хочешь сесть туда именно? Ну, я хотел рассмотреть. Хорошо, проверяем. Давай. Бассейн это, блядь, или нет? Ну, бассейн. Нихуя пустой он, блядь. Он пустой. Это бассейн, он пустой. Я понял, ладно, извини. Сука, блядь. Ладно. Тут какая-то война идет. За нами какая-то хуйня, да, вечно. Подбери меня. Какая хуйня. Ты на земле, да? Я на земле, да. Подбери меня, пожалуйста. Сейчас.
Видишь, как я бегу с тобой? Бля, бегу. Скорей, скорее, там какие-то враги. Аккуратненько. Летим нахуй отсюда, блядь. Ну что-то, блядь, опасно очень. Пизду. А так, есть же песня, вот... ты про грачей, знаешь же песню? Улетели грачи, у грачи драчи, там такая песенка была. Ну да. Мы еще в детстве на уроках пения у нас мы прикалывались, пели, типа. Подрачи, на грачи, да-да. Не на грачи, а просто, когда улетят грачи, ты в одиночестве. Да как-то так, блядь. Слушай, тут, короче, бассейны. Знаешь, шутки шутками, но бассейн тут есть. Вот смотрите, сколько у каждого. Да, там их, да, хуя. Вон, слева, большой. Я в него точно попаду. И тебе советую прыгать. Подожди, это значит, же бассейн, да? Это вот бассейн, там. Вот там декор, да? Вот там декор, смотри, вот да, вон над ним прям, да. То есть смотри, ты, в общем, тоже должен выше взять. А ты уверен, что это бассейн вот там? Да, это бассейн, вот да, конечно. Да. Охуенно большой. Там у кого-то джакузи, блядь, виднеется, сука, мажоры, а? Да, я, блядь, поменяю вид тогда себе, подожди, вот так. Давай, прыгай. Сейчас, я просто, чтобы зависнуть, подожди, нет, я еще не над ним. Ты должен не над ним прыгать, ты должен от него, либо сзади, либо спереди, чтобы у нас был маневр для полета. То есть ты должен назад. Я давай поднимусь повыше, давай, подожди. Давай. Я даже не буду распускаться, наверное, ну, то есть без парашюта. Я попробую, я понял, чтобы ты... вода взяла в силу удара на себя и самортизировала. Надо мной вверх. Бля. Сука, я засмеялся, и у тебя услышал через секунду свой смех. Хорошо это, работает. Это все. Главное, что все работает. Слушай, так, ты ну не что? Высоковато взял? Ну ладно, прыгай. Я тоже. Полетели, ебаный свет. Я полетел, смотри. Так, целься, давай. Да, целься. Целься. Он, к сожалению, вид, блядь, меняет. Блядь, что-то слишком быстро, все. Я лечу, я прям бассейн, смотри, я падаю в бассейн. А, бассейн, нет. Я упал, что я умер? Я же бассейн упал, какого хуя ты, я умер? Я упал в бассейн, и я почему-то умер. Это неправильно, блядь. Если человек падает в бассейн, ну, правда, там высоко было. Ну, просто чисто по логике. Ну, подожди, ну, теория камня же должна работать. Если ты падаешь, ты не расшибаешься. Ну, мы-то не камень. У нас мы-то и есть плоть, и крови. Я всегда думал, что я стальной, как камень. Стальной. Кремень. Кремень-ремень? Да. Слушай, неплохо мы так упали с тобой в бассейн. Это было нехуево. Это было нехуево, согласен. Это было реально классно. Да. Ну, я попал, главное. А ты чё, ты... А я немножко вот на крышу ударился, блин, к сожалению, о косячок. А меня только что сбила машина на пересечении улицы Вайнвуд. На пересечении улицы Вайнвуд тебя сбила машина? Ну да, типа того. Ну хорошо, я скажу копам, чтобы они свои ленивые задницы оторвали и поехали посмотрели. Да, пускай посмотрят, смотри. Алло, копы? Да, пидорасы, да. Алло. Привет. Алло, уёбки? Алло, уёбки. Надо такую рубрику на канале сделать. Алло, уёбки. Алло, уёбок. Новая рубрика, блядь, нахуй, на канале. Алло, уёбок, блядь, и копам нахуй звонить. Алло, уёбок. И звонить копам, блядь, и говорить: алло, ёбок, меня в ГТАшке сбили, блядь, приезжайте скорей. Блядь. Охуенно, блядь. Слушай, я предлагаю напоследок старый добрый маневр, старый добрый угар, побегать через дорогу. Подожди, только надо найти шоссе. Подожди, мы же это делали уже, надо что-то будет такое вот прям спецэпическое. Нет, ну мы серию просто уже хотим закончить. Я знаю, гидрант, например. А, сейчас давай. Давай, ты из-за бля, тачку, может, а может я еще раз, может на пляж еще раз, типа летом мы прощаемся с летом в этой серии, как бы, да? В этой серии мы прощаемся с летом. Я думаю, что в этой, наверное. Мы в этой серии занимаемся. Да, мы простимся. А, ну простимся с летом. Хорошо, тогда поехали на пляж. Ты знаешь, где пляж? Ну на карте можно посмотреть. Ну давай, давай, ты отметь, я за тобой поеду. Так, хорошо. А подожди, мы сколько лет играем? Ты не помнишь, где пляж? Нет, я помню визуально, но там же надо объезжать по мосту, по хуй, ну, а мне неохота. Бля, да. Ты знаешь, я... Бля, что это было, да? Ёбаный в рот. Нихуя, нихуя себе, блядь. Это называется не алло, ёбок, это типа алло, дай взад. Дай взад, завзад. Блядь, дай взад, это же имя, по-моему, какое-то, да, есть такое? Дай взад, охуенно. Дай взад. Это польское имя, наверное, да? Дай взад. Дай взад, кржичик какой-нибудь. Кржичик? Кржичик? Дай взад крыжичек. Крыжичек это охуенно звучит. Донат Долматов. Ты нормально едешь, да, крыжичек дай взад. Подожди. Дай взад Захлебов, например, что звучит же. Захлебчик. Так, оружие, кстати, у меня есть. Правда? Ты прям удивляешь. Сейчас я останавливаюсь, ты меня вхуяриваешь, да? Давай. Хуяк, блядь. Нихуя себе, но мне стол, блядь, помешал. Вот ты чью-то машину забрал, вдруг она ипотека. О, горящая машина.
Смотри, какая машина. Что это с ней? А что это она вдруг загорелась? Я понял, что нам надо для счастья. Да? Да. Ой, смотри. Что ты там? Что именно? А, вот оно что. Нихуя себе, блядь. Поехали. Ха-ха, блядь. Охуенно, да? Бля. Сука. Весело же, да? Это прекрасно. Сука, это новый угар какой-то, блядь. Даже сейчас. Да не садись ты в эту тачку, дурень. Во-во. Бля, подожди. Что было? Ты стоял только что на мотоцикле, блядь, ногами. Охуенно. Прощание, блядь, с летом. Так, ладно, садись. Ты помнишь, как мы веселились с этим мотоциклом? Да, я помню. Бля, ну я тебя где-то протирал, по-моему, да? Типа вот так вот. Блядь. Типа вот так, да. А сам-то помер, да? Нет, я живой. А, нормально. Чё это я помер? Что ты хочешь представить, чтобы я помер-то? Что за мания-то за такая, а? Не, подожди, а сам помер, главное, спрашивает, главное. А сам-то ты помер, блядь? Не, подожди, я же думал, что ты умираешь со мной за компашку, типа. Нет, ну ты-то живой. Нормально такая. Я сам-то помер, блядь. Каждый раз, блядь, вопросы только эти и слышу, блядь. Ой, я умер, а ты-то умер. Ты мотивируешь это тем, что за компанию, типа, а я теперь понял, ладно. Ну, типа, одному по-дружески, ёпты. По-дружески, ох, смотри, какие тучные женщины. Тучная моя, далеко. Небо в пирогах нелегко. Я её пнул под зад, смотри, какая у неё жопа жирная. Так штаны еле сошлись, блядь. Смотри. Да нет, ёбаный в рот, блядь. Подожди, я по салу сейчас проехал, как по мылу. Сальные приключения. Алло, жирный, давай. О, у меня автомат есть. Во, да, охуенно же. Да, ей, давай. Ребята. Сальные тёлки. Дамы. Дамы шоколадного вида. Шоколадный сироп. Оп, шоколадный сироп я развил на лицо. Рука-лицо. Смотри, я массаж ей. Что, блядь, это такое, что нахуй? Охуенно, блядь. Это пиздец. Сука, какой-то. Шоколадный сироп, блядь. Еще и на лицо. О! Это что было, блядь? Шоколадное лицо. Рука-лицо. Шоколадное лицо, блядь. Это прекрасно, нахуй. Двух сердец, одно сплетение. Ой, блядь, наслаждение. Шоколадное лицо. Двух сердец, одно сплетение. Так, поехали. Вот это зря. Че, нормас? Нет, мы же хотели это самое попрощаться с летом, нет? А зачем ты бегал за соски себя держал? Ты бежал и за соски трогал себя. Зачем, блядь? Это что заниматься? Я с летом прощаюсь. Смотри, я сейчас попрощаюсь. Смотри, стой возле этой шлюхи. Сейчас я. А, блядь, там мужик. Сейчас, подожди, не бей ее. Она что встанет? Я по ней прошел случайно. Походу, ее парень не очень доволен этим. Шоколадный парень. Такой шоколад, блядь, как пудинг, ёпта, а? Сука, эй, хоуми, ты чё делаешь? Как шоколадное, блядь, нахуй масло, сука. Шоколадное масло? Ну, поехали. Подожди, там трамплин есть эпичный, мы же хотели, да? Поехали попрощаемся уже окончательно, блядь, с летом, блядь, людей тут потроллим немножко. Троллим людей. Смотри, сколько тут загорающих. У меня тёлка улетела вперед меня, блядь. Троллим. Мы с тобой людей разного рода. Остальные не очень как бы вкурили, что произошло. Но негр убегает. Смотри, какой негр, блядь. Это же этот, блядь. Слушай, такой, пошли акулу заминируем. Как ты смотришь? Смотри, тут, блядь, нахуй мистер Ти, смотри. Кто, блядь? Мистер Ти. Из сериала. Вот, смотри, блядь. Вот, смотри. Мистер Ти, блядь, из этого. Как же сериал-то назывался, блядь? Сука, забыл уже. Пошли, вот, короче. Черная скала, блядь. Негр оказался мощным чувачком. Бля, он еще живой, смотри. Слушай, пошли, короче, на лодке в океан и заминируем акулу. Акулу заминируем? Как ты себе это представляешь?
Ну, попробуем, блядь, да, доплывем до нее. Доплывем. Давай только тогда мы поедем на быстрой лодке. На быстрой, да, на скутере. Да, на скутере. Ой, там уже гопы стреляют, давай быстрее. Давай, я плыву. Ёпта! Бля, охуенно! Слушай, ты, короче, едешь и выпрыгиваешь в воду. Подожди, стой, я ж к тебе хотел, куда? Стой. А, да, извини. Так, давай, садись. Или ты хочешь на двух? Не-не, я поехали на одну. Так, акулу ищем, да? Надо найти акулу, короче, заменить ее. Сука, как же охуенно сделано, твою мать, а? Да. Так, смотри, мы едем к какой-то здоровой яхте. Кстати, у нас тут яхта где-то. У тебя. Че? У тебя тут где-то яхта, между прочим. Метательное оружие, гранаты, во. А рядом с яхтой лучше не появляться. У нее же работает это, наверное, да? Да. Система же, блядь. Лучше хуйней там ПВО. Не страдать, да. Да, так что лучше не будем. Так, тогда поехали, поплыли искать акулу. По лицу где поехали, да? Так, смотри, если что, короче, я ее минирую. Прикинь, я... А как мы ее вообще увидим? Ну ты уплывешь в ебеня. Смотри, что это такое, хуйня. Где? Ребят, ну что? Ну давай их заминируем. Это копы! Это бита, подожди! Сейчас! Нет, да, сейчас, давай! Блять, в нас стреляют. Да похуй! Да не крутитесь, вы на месте, дурни, блять, ебаные! Да стой ты, сука! Мне ж, блядь, тяжело ее развернуть! Эту хуйню! О, давай, блять! Все подай, блять! Я под воду пошел, блядь, ты сдох? Я тоже пошел. Я наконец-таки удовлетворил твои желания. Я все-таки сдох с тобой за компанию, блядь. Я удовлетворил твои желания. Тут прикольный пляж. Блядь, контейнер, смотри, какой-то. Почему на меня черный сагрился, сука, а? Что ж тебе не мется-то, а? Олег, иди сюда, я за все время игры в GTA-шку ни разу, блядь, не видел вот эту штуку. Что ты там нашел? Иди, ты качков на пляже увидел? Не-не, это даже не пляж, это какой-то... Блять, это что за хуйня? А где, а продавец где? В контейнере, смотри, какой-то... Что это за хрень? В контейнере ты сидишь? Нет, блять, не я сижу, но тут что-то происходит в контейнере. Олег, иди сюда. Бегу. Давай. Бля, вот мы качков... Качки охуенные. Слушай, они там так качаются прикольно. Вот и попрощались мы, блядь, с летом. Так охуенно попрощались. Я хотел это самое, акулу найти, заминировать. Но мы акулу с тобой, Олег, скорее всего, блять, не найдем. Это сложно, блять. Это, во-первых, найти, а во-вторых, блядь, заминировать акулу, ты как себе сам это представляешь? Ну, кинуть бомбу на нее. Ну, она, наверное, вряд ли, блядь, она, скорее всего, не поддастся на это. Так, вон ты едешь, я вижу тебя. Я иду, бегу даже. А, ты идешь? Давай, беги. Да. Вот, я тут справа, смотри. Вот, блядь, ты видел когда-нибудь раньше вот это? Ты, нет. Извини, ну я... Вот, а вот иди сюда. Да можно зайти? Нет, вот иди сюда, смотри. Смотри, какая хуйня. Блядь, это бонги, какой. Это бонги, смотри. А я тебе про что, блядь? А я про что, блядь, я просто раньше такого еще не видел. Сколько не играем в GTA-шки, но мы такого раньше. Давай не здесь закончим, а следующую серию качкам побежим. Качкам мы уже побежим. Да, и купим машину новую, да. Что купим? Новую тачку. А, новую тачку. Новую тачку. Ладно, ребята, мы, наверное, заканчиваем эту серию. Действительно, это было очень угарно. Блин, я аж так навеселился. Ну, давненько в GTA-шке не были, поэтому соскучились. Все, ребят, да. Такое вот оно было сегодня прощание с летом. Мы попрощались с Олегом с летом. С Олегом с летом мы попрощались. До следующей серии. В следующей серии мы, наверное, уже не будем с летом прощаться, но оно уже, правда, заканчивается. Да, действительно, к сожалению, вот так да. Все, ну, до скорых встреч, пока-пока. Давайте, ребята, всем удачи, пока.